Сегодня будем тестировать ARM и XTR. Так, сколько у нас здесь получается? Там пятачок лежит советский. Ну и получается где-то 36-37 сантиметров ямка. ДД-32 сантима у РМ. На каком барьере там будешь? На каком барьере? На солнце. Частота у нас 6,5. Барьер у нас 6. Барьер шестерка, да? Ну давай, пробуй. 36-37 сантиметров получается где-то катушка будет. Ветер опять. Вечно как тест ветер. Нормально. 37 катушка пролетает, где-то 38 получается. Так, XTR у нас. Ну что у нас тут будет? Чуйка 20. Короче, не копаемый ничего. Сигнал не будем копать, так что квазар РМ победитель сегодня, хоть и датчики разные, ну что, да, по находкам мы видим.